И у нас 5 июля 2017 года. Сейчас вот мы тут с утра до завтрака работаем, все дружненько. Владимир, вот Никита тут шкурит тоже. Что, работает, да? А что у меня плохо? Цепь плохая, да? Почему? Я думаю, плохая все-таки цепь. Ну и только вначале пилили. Какая? Ну, долго пилили или нет? Вначале, это половина щурка. Несколько минут буквально. Это то, что... Слушай, я думал, нагрелось, может быть. Да нет, только начали. Не знаю. Ну еще поначалу-то не слушается, а потом научится, будет слушаться. Сначала ты как раз не сделал, стоим двое. Какое начало? Брат, я хотел попросить, отвези, пожалуйста, сними эти мешки. Там они уже нагрузить только надо. Ну это надо на 2, наверное. Да вот так вот, пополам. А это на 3. Рядом пусть лежит. Ну можешь мне попилить, он скажет, может что-то не так делаю. Давай попробуй. Давай буду снимать. Перчатки сними. Я попробую, он скажет, правильно? Давай. Вот так вот. Сейчас уже можно подсос не делать. Уже, да? Да-да, оно уже... Обойди! Сейчас боится, видишь? Посмотри, везут дрова. Обверни вокруг, потихоньку. Но медленно поворачивается. Почему-то, когда мастера приходят, техника сразу слушается. А? Что компьютер, что вот это, бензопила, одно и то же. Мастер приходит, сразу все начинает слушаться. Ну, вот видишь. А что, вы уже упаковываете дрова, что ли, на продажу? Да нет, это матушкина. А там она, когда дом продавала, она сказала, дрова мои, которые здесь были. На колоту. Пошел. Так, Никита, сюда. Размеряю мысль. Одна, две, три, три реза. Ah!
Вырыть надо. Яму туда. Надо, знаешь как, смотри. Может поставить 3 таких столбишка. Наложить, и ты себе будешь чикать ходить. Чтоб, ну, это лишние махинации, пока ты ждешь, пока Игнат Тихонович пододвинул, пока поднес, то есть это все утрата. Надо тогда втроем, чтобы действовать, чтобы кто-то подкладывал. Не надо втроем. Здесь можно даже одному. То есть ты наложил себе штук 4-5. Но на тебе надо поднизу вот такие 3 поставить, понял? Угу. То есть наложил и себе сверху чик-чик-чик там ногой отбрасывал. Ты имеешь подниз что именно? Повыше сделать? Ну вот один есть у тебя этот. Но. Еще там 2 положи вот так. Вот она, и сверху на них слаживай это. Длинные. Во-во-во. Ты имеешь вот сюда рядышком где-то, да? Ну можешь, да, положи вот так, сантиметров 30. Вот так ты. А там, да, и там дальше еще один. Да вот туда возьми вот тот. Вот это такой плоский, во. Вот который расколотый, да. Вот, положи еще там дальше. А, вот так. Можешь еще чуть ближе сюда возьми. Еще. А теперь накладывай штук 5 вот так сверху. И все, Игнат Тихонович будет только поддерживать. И ты будешь чикать быстро все. И не надо подносить там это, подкладывать там. Вот так, еще сюда подвинь. Вот так. Еще давай вот так несколько штук. И ты себе ходишь сверху и пилишь. Тогда шнуди. Вот этот вот, бери. Ну, может, 3 хватит. Может, еще здесь положить с края там. Смотри там. Ну, еще. Вот это. Там дальше клади. Все, ты теперь чика, Игнат Тихонович будет отбрасывать. Готовый уже. Все, давай, ты можешь все равно, он все равно подтаскивает. Давай. Поддерживайте! Все, теперь пошел дальше, Чик. Попроси, чтобы он вам помогал тут, подносил. Ну, там он кирит какие-то. А там есть чем это? Кого, ну, найти? Ты понял, то есть не надо, чтобы найти потаскивал. То есть ты здесь чикаешь, вот из-за этого вот это поставили, чтобы ты здесь распиливал. Чтобы он постоянно не таскал. Он сейчас час по этой устанет же. Дедушку-то надо беречь. Да, это точно. Вон, покажи. А ты зайди попутно пока на кухню, пройдись там, скажи женщине. Репортер приехал, вот значит, что вы делаете? Подряд, со всех сторон. Давайте чуть-чуть покороче. Добрый день!
Добрый день. Репортер приехал к вам. Давайте. Заходите. Можно? Можно. Мир дому вашему. С миром принимаем. Новое видео. Новый, да. Пришли, меня пригласили, чтобы научил я пилой пилить. Нас? А я учусь снимать. Не, братья, а я учусь снимать. Меня учат снимать, а? Снимать, пилой пилить, все будешь уметь. Так, а куда огурцы? Галя. А я так и не видел. Здесь можно посмотреть, как вот? Что можно посмотреть? Это спальня здесь, да? Да-да-да. О! Здесь народу много. Да, народу много, поэтому складывать вещей некуда пока. Так что вот так пока. Ты вот и хочешь пилить, а на завтрак-то с нами останешься? Нет. Почему? На сегодня среда. Ну что? Как ты что? В среду вообще не кушаешь? Да как бы мало кушать. Ну и все, и кашу. А хлеб часто печете? Часто, теперь по мере заканчиваем. Ну, раз в 3 дня или раз в 2 дня? Да. Мам, мне не пора. Тут даже птички у вас живут. Да, с той стороны можно пойти посмотреть. Заснять. Там птички. А там птичек видели в сенях? Там большие птенцы, здесь маленькие. Где? Вот здесь прямо в здании, да? В сенях, да. Давай здесь. Мы с тобой договоримся. Ты остаешься, а я тебе немножко наложу. Каши чуть-чуть. Да нет, сестра. Каши немножко. Суп у нас с горохом. Я тоже мало ем. Кашу не ешь, суп горохом не будешь? Да все, я ем. Но сегодня просто я поздно. В среду, в пятницу. Ну, уже в конце дня. 7 часов? 5. Приходи к нам в 7. Приходи в 5, накормим. Да спаси Христос. Как-то, слава Богу, не нуждаюсь. Мне хватает своей холостяцкой стряпни. Вот здесь. Ух ты! Ничего себе. Эти уже скоро летать будут. Как скоро? Да они большие уже такие. Да, уже крыльями машут. То есть они еще якобы не научились? Ну, еще не видели летающих. Интересно. А так они не боятся, если приблизить? Боятся. Вон прячутся. И а давно это здесь? Или они недавно слепили? Или так и было? А почему? Мы приехали, они уже были. Они уже были, да? Да. Я сколько раз заходил, не видел еще. Или они просто не показывались. Что, вы с нами будете завтракать? Не, не буду. А что? Надо позавтракать. На свой горяченький. Ага, она летит в гнездо. Вон. С горяченький с кашкой. У нас чеснок вот такой классный. Да спаси Христос. А? Немножечко. Давайте. Ну, а что? Не, не буду. Зря откладываетесь. Вот я не кипятил, он вырывается. Откуда вырывается? Ну, в смысле, кто кого держит? Ну, я вчера... Так, это утренняя раззарядка у вас, да? Разминка или как? Разминка уже была. Это вроде утренняя работа. Это же утренняя работа. Ah.
Ну вот, я уже вам и не нужен. Нужен, все время. Так, ну все, можно отключить. А карбюратор... Вот, грузят матушки дрова везти. Покажи. Брат, а если карбюратор там в бане были старые дрова от Калашникова. Она а, это уже готовит матушкины, да? Признаки есть какие-то? Карбюратор когда засоряется? Ты сейчас оставайся, позавтракаем, потом дальше видно будет. Да признаки какие? Она не запускается и не все. Запускается. Ну, там я не знаю... 7.43. Сколько? 43 минуты. Ну, еще отпилим сколько. Давайте. Ну, все, можно вытащить. Ладно. Положи. Покажи, где он у тебя.